Her bir insan için onun milli mensubiyeti, onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim, bu cümle fahredirem ki, ben Azerbaycanlıyam. Azərbaycan xalqı ümumilli lider Heydər Əliyevin andan olmasının 92-ci il dönümünü qeyd edir. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı ilə yanaşı, həm də keçmiş sovet xalqlarının həyatında mühüm rol oynayıb. Həyatının böyük hissəsini Moskvada yaşayıb. Ona görə də Moskvalıların onun haqqında nə bildiklərini öyrənəcəyik. Гейдар Алиев внес достаточно хороший вклад в политику и был очень современным человеком, который объединил азербайджанский народ и Россию, я думаю, что много делал для объединения. И сын продолжает с традицией своего отца. Судя по тому, как развивалась страна, как развивались отношения, я считаю, что все великолепно было. Просто все великолепно. Все, мы дети того поколения, для нас это было очень хорошо. Все. Ну, что я могу сказать? Гейдар Алиев был, несомненно, один из величайших политиков, который имел заслуги перед СССР и перед Азербайджаном. Я сам азербайджанец, я считаю, что это великий деятель и великий политик своего времени. Мне очень нравится Гейдар Алиев. Потому что мы, ну, Москва и Баку очень дружат. Все, ура Азербайджану. Но я хочу сказать, что он был очень большим другом нашим. И наши страны были друзьями, народы были друзьями. Я даже ездила туда вот в свое время, будучи молодой. Я считаю, что он большой вклад внес вот в дружбу в нашу. Гейдар Алиев – это великий человек, мы его знаем еще с времен Советского Союза, поэтому большой вклад и в развитие не только Азербайджана, но и всего Советского Союза сделал. Мы знаем Гейдара Алиева как человека такого миролюбивого абсолютно. И вот сейчас продолжение его, так сказать, его дело, так сказать, в надежных руках. Мы очень гордимся этим. Я знаю Гейдара Алиева как хорошего человека, как великого человека. И жалко, что таких людей больше нет. Улу Өндер Хейдар Алиевин хатирасының Русиялылар тарафиндан инде әзі тулması тәзіплендірізі дейіл. Чүнкі дахи сәркерді тәш Азербайджан халқына дейіл, үмиятлә бүтін Совет Твак халқларына мәқсусту. Иқбал Рустамов, Сайфан Садиги, Интерас, Москва.